Недавно, точнее 3 декабря, вышло обновление в My Summer Car. В обновлении было немного крупных, но достаточно мелких изменений, таких как перенесенный ChangeLog и изменение настроек. Из крупных можно отметить, что ваши пассажиры могут погибнуть вместе с вами. Теперь стоит сбавлять скорость с алкашом, иначе можно лишиться заработка. Кстати, последний будет теперь требовать вас попробовать ваш напиток перед продажей, иначе он откажется за него платить. Также треклятые насекомые были замечены в количестве одной штуки на клубничных полях и на свалке. Так что будьте аккуратны при сборе клубники или бутылок. Хоть и многие говорят, что шанс быть ужаленным довольно мал. Еще можно отметить, что штраф за слив отходов в неположенном месте будет приходить не сразу. И если я правильно понял, то когда рядом с вами нет гуляющих NPC, то штрафа можно не бояться. Но это не точно. А вот что точно, так это тизер к My Winter Car, о котором я расскажу в следующем видео.